Масштабная перезагрузка в действии. Телеканал «Самара ГИС» успешно интегрировался в интернет. Мы расширили круг вещающих нас кабельных операторов. Теперь их 17. А онлайн-трансляция эфира доступна не только на нашем сайте, но и из любой точки мира через мобильное приложение на базе iOS и Android. Здесь действительно происходит историческая сенсация. По предварительным данным, найдены остатки склепов Шихабаловых. Свыше 50 образцов военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире. 9 новых программ. Телефон в студии 202-11-22. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. В прямом эфире на все, даже самые неудобные вопросы зрителей отвечают врачи, психологи и психотерапевты. Сотрудники администрации отчитываются о проделанной работе в городе С. Зоозащитники вещают в проекте «Хочу домой». С вашей помощью мы стараемся решить вопросы бездомных собак и кошек. Время спорта. Прокурор в теме. Информационно-аналитические специальные репортажи. Совет моего дома помогает решать коммунальные проблемы самарцев. Сфера ЖКХ – это сложная сфера, да, и только с помощью вашего канала мы сможем разъяснять жителям городского округа Самары все то, что происходит в этой сфере. Уникальный проект о людях, потерявших почти все, но научившихся жить с чистого листа. Обернитесь. Майош ТВ. Программа Инессы Панченко с участием детей из детских домов помогает найти свое место в социуме после приюта, обрести профессию и поверить в себя. Проекты телеканала «Самара ГИС» регулярно занимают призовые места в различных творческих состязаниях. Мы неоднократные призеры премии губернатора. Из последних сразу 3 победы в конкурсе социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». Очень хорошая программная политика, которая направлена на защиту интересов наших граждан. Я бы отметил, например, гуманистическую составляющую в этой политике. Канал этот, на мой взгляд, все время реагирует на вызовы времени нашего настоящего и стремится актуализировать свои программы. Накануне каждой знаковой даты, будь то День Победы или юбилей полета человека в космос, выходят специальные тематические программы или цикл передач. Именно здесь, на улице Пионерской, в одном из домов и проживала семья Иосифа Сталина. Общая же глубина бункера составляет 37 метров, что примерно равняется 12-этажному зданию. Шоппинг-гид – наш эксклюзивный путеводитель по онлайн-скидкам, один из самых востребованных продуктов в сети. «Самара ГИС» смело шагнул в интернет-пространство. В этом информационном пространстве вы сейчас, в общем-то, в лидерах. И это очень приятно. Я поздравляю весь ваш коллектив и с этим тоже, поскольку вы к своему дню рождения пришли действительно с какими-то хорошими показателями. В 2021 году сайт «Самара ГИС» вошел в топ-10 рейтинга самых цитируемых самарских СМИ по версии федеральной компании «Медиалогия». Мы регулярно занимаем первые позиции в сюжетах Яндекс.Новостей. Ежемесячно нас читают более 55 тысяч человек. Только в октябре число просмотренных страниц превысило 90 тысяч. На YouTube-канал «Самара ГИС» подписаны более 38 тысяч человек. Опубликованные видео собрали свыше 27 миллионов просмотров. Мы действительно видим, насколько растет зрительская аудитория, насколько серьезно на сегодняшний момент вот эти взаимосвязи, работающие на синергию в целом проекта ГИС, это взаимосвязи с социальными сетями, это взаимосвязи с другими нашими сообществами, которые обязательно приводят к тому, что зрительская аудитория растет. Сегодня «Самара ГИС» – один из самых оперативных информ-ресурсов в регионе. Как правило, мы первыми информируем жителей о том, что происходит в Самаре. Чрезвычайные происшествия, отставки и назначения в областном правительстве, решение главы города. Телеканал «Самара ГИС» – один из главных источников городских новостей. Всегда оперативно на канале можно узнать самые актуальные события Самары. За последние 2 года заметна масштабная перезагрузка канала, успешная интеграция в интернет. Самая оперативная информация сразу появляется в социальных сетях. По охвату пользователей и суммарной аудитории телеканал является одним из безоговорочных лидеров среди телевизионных СМИ региона. Хочу поблагодарить всех сотрудников телеканала «Самара ГИС» за такое стремление к развитию и совершенствованию,
за такие позитивные изменения и при этом неизменную оперативность и профессионализм. У нас действительно сегодняшний день достаточно неплохие показатели, и теперь очень важно удержать эту достаточно высокую планку, которую мы сами себе поставили, и не останавливаться на достигнутом. Конечно, в планах дальнейшее развитие программной политики, освоение новых интернет-горизонтов, ну и крайне важно создание максимально комфортных условий работы для нашей, я считаю, такой очень эффективной и крутой команды «Самара ГИС». Конечно, мы сейчас очень активно над этим работаем. Суммарная аудитория телеканала в социальных сетях – более 36,5 тысяч человек. Ежемесячно наши посты охватывают свыше 500 000 пользователей. По этим показателям мы среди безоговорочных лидеров в регионе. Очень быстро, буквально через несколько десятков минут уже информация, вот только начинается, уже информация есть. Вот с моей точки зрения это очень важно, это очень важно. То есть это объективная зарисовка, вот то, что происходит для слушающего, для смотрящего, вот это вот и надо, такую информацию. На протяжении последних лет наблюдается такой вот взрыв, просто взрыв активности этой телекомпании, с которой мы сотрудничали очень много лет, именно нотариат Самарской области. С праздником вас, всем успехов, удачи и, самое главное, здоровья. В этом году телеканалу исполнилось 14 лет. «Самара ГИС» – твой проводник в новую реальность. Включись в жизнь города.